Прямо за этой стеной находится кардиологический диспансер, который сейчас берет на себя всю нагрузку. Его и новую клинику соединят переходом. Предполагается, что в старом корпусе будут проводить диагностику, готовить пациентов к операции и реабилитировать после нее. Существующий кардиоцентр построили еще в середине прошлого века. Его помещения плохо приспособлены под современное оборудование. Здесь нет даже компьютерного томографа, его просто негде разместить. Мы стеснены теми рамками, в которых находимся. Для того, чтобы делать современные операции, уменьшать количество осложнений, нужны специфические вещи, которых мы тоже лишены. То есть операционные с пропускными системами, со специальными ламинарными потоками. Клиника сердца – уникальный для России проект. Кардиохирургический центр будет отвечать европейским стандартам. Сейчас завершено основное строительство, начались внутренняя отделка и установка инженерного оборудования. Два этажа займут 8 операционных. Оборудованные по последнему слову техники, они позволят делать 11 тысяч сложных операций на сердце в год. Это в 3-4 раза больше, чем сейчас. Современные операционные, современная кардиохирургия – это как завод, как конвейер. Там специальная система вентиляции, там специальные требования к организации процесса, оборудования. Это все требует уже новых больших помещений. В стране это первый подобный проект. Клиника строится в рамках государственно-частного партнерства, то есть на деньги инвесторов. В свою очередь государство гарантирует жителям лечение в клинике сердца по системе ОМС. Первых пациентов она начнет принимать летом 2016-го. Валерия Макарова, Константин Головин. События.